С понедельника в стране началась масленичная неделя. В православии это время называют сырной седмицей. Главные атрибуты праздника – традиционно чучело, которое сжигают на костре, катание на санях, гуляния и блины, которые считаются символом солнца. В это воскресенье в парке имени Зернова саровчан ждет насыщенная программа. С 12 часов у нас будут работать аттракционы, включая и катание на нашей замечательной пони. С этого же момента у нас распахнется большая ярмарочная площадь, на которой можно будет угоститься, естественно, блинами, выпечкой, шашлыком и, естественно, испить горячего чая. Около танцевальной площадки можно будет самостоятельно приготовить главное лакомство. Саровчане смогут испечь блины на пеньках или на электроблинницах, продегустировав свои кулинарные шедевры. Там же расположится выставка города мастеров, на которой можно будет приобрести изделия ручной работы. С полудня в парке начнется концертная программа. Вместе с ведущими будут и интерактивно-конкурсные блоки. Да, выступят веселые ребята из города Владимира, это Лапти Бенд. Также примет участие фолк-группа «Ворожей» под руководством Марунины Татьяны и вокальный коллектив «Стелла» под руководством Аллы Кругловой. Все они будут на танцевальной площадке. Также выступит хор ветеранов войны и труда «Дома молодежи». От фонаря желаний до набережной парка развернется аллея с состязаниями, играми и творческими мастерскими. Функционировать зоны будут с 12 до 16 часов. Кульминацией праздника традиционно станет сожжение 5-метрового чучела масленицы на набережной. Дарья Кузина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.